До начала нового учебного года остается меньше недели. Школы и детские сады приступают к завершающему этапу ремонтных и подготовительных работ. Между тем, в республике завершается проверка общеобразовательных учреждений на пожарную безопасность. Все ли учреждения смогут своевременно отреагировать на пожар, если он вдруг произойдет, выясняла Оксана Устинова. Покровская средняя общеобразовательная школа номер 2 с углубленным изучением отдельных предметов в Хангаласском улусе. Сегодня здесь очередная проверка. Особое внимание обратили на состояние путей эвакуации, огнетушителей, электропроводки, своевременность обслуживания автоматической пожарной сигнализации и проверили всю необходимую документацию. Особое внимание уделяем работе с персоналом. У нас разработано, согласно приказу МЧС, инструкции противопожарного режима, разработана своя школьная инструкция, согласно которой каждый учитель учится, сдает пожарный минимум, закреплен по кабинетам, несет персональную ответственность, владеет навыками действий регламента при пожарах. Ну и только после этого наш каждый учитель допускается к работе. Проверка уровня подготовки руководителей и ответственных за пожарную безопасность лиц также обязательна. Администрация уделяет этому должное внимание. Мы прошли 1 числа приемку школы. Так, ну, у нас таких грубых замечаний по пожарной безопасности не было. Ну, некоторые нюансы мы, конечно, устранили. Имеется 3 эвакуационных выхода. Один основной у нас получается, это главный выход. Два параллельных у нас получается выхода. На этажах, как полагается, по 4 огнетушителя в коридорах. И кабинеты физики, химии, такие основные предметы, имеется по 2 огнетушителя дополнительно. По итогам проверки выяснилось, что школа готова к принятию детей. Исправно работают системы автоматической пожарной сигнализации, внутреннее противопожарное водоснабжение, имеются первичные средства пожаротушения. В случае чрезвычайного происшествия сигнал из школы будет попадать на сервер диспетчерской службы. В ходе приемки недочета, они на месте устраняются. Таких капитальных характера такого нет. Ну, люди у нас, персонал образовательных учреждений ежегодно проходят, у кого срок пришел, проходит пожарно-технический минимум, и у нас в этом плане все нормально. Тогда можете сказать, что все к учебному году готовы? Да, на сегодняшний день у нас образовательное учреждение к новому учебному году готово. С сентября во всех школах начнется месячник пожарной безопасности. Для детей и подростков проведут практические тренировки по эвакуации, а также объяснят, что делать в случае пожара и других чрезвычайных происшествий. Оксана Устинова, Федор Тарасов, Хангаласский улус, Якутия. День за днем.